Я всегда привожу пример, я это хорошо помню. Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я ее всегда называл своей. Но боялся, чтобы россияне не подумали, что мы там претендуем захватить Калининградскую область. Хотя, наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси. Посол этого не слышал.